Женские джинсы, Fashion Woman Jeans называется данная позиция, это Англия. Так, 34 размер, маленький. Состояние хорошее, без видимого износа. Это Miss 60, итальянский бренд. Размер 30 здесь указан. То есть небольшой, похож на 46. Прямые классические джинсы, без видимого износа. В отличном состоянии. Размер 27-32. Тоже в хорошем состоянии, без видимого износа, без пятен. 16 здесь указан размер, соответствует российскому 50-му размеру, в хорошем состоянии. Классические прямые джинсы. Так, H&M, размер 34 указан, европейский соответствует российскому 40-му размеру. Слегка тянутся. Так, 48-й указан размер. Тоже в хорошем состоянии. Так, 30-32. Средний размер, в отличном состоянии, без видимого износа. То есть потертости там каких-то нет. 23-й. Ну, знаете, похоже где-то на 40-42 российский размер. Тоже в хорошем состоянии, зауженная модель. Новые джинсы с этикеткой, 29-36. Это, кстати, Mustang. Марка Mustang. Ну, новая. Так, 50-й здесь указан размер. Тоже в хорошем состоянии. Марк Спенсер, 44 размер указан европейский, соответствует российскому 50 размеру, в хорошем состоянии, высокая посадка, без видимого износа. Джинсы марки Вилла, 32 размер указан средний, небольшой, примерно 46-48 получаются российские размеры. Так, тут 48 указан. Тоже в отличном состоянии. Да, все хорошо. Марка Оливер. Размер, правда, небольшой, по-моему, на этот раз. Примерно 40-й. В хорошем состоянии. 44-й здесь указан. Blue Motion. Это, если не ошибаюсь, немецкий бренд. Марка Only. Размер 27-32. 14 здесь указан. Соответствует 48-му российскому размеру. Так, вот тут я не понял, то ли пятна, то ли так и должно быть. По-моему, какие-то пятнышки есть. Так, марка Street One. Так, примерно 44-й российский. Состояние отличное. 38-й здесь указан размер, соответственно, 44-му российскому. Это скорее бриджи, короткие. Напоминаю, что это женские джинсы, Англия, Fashion Woman Jeans называется данная позиция, 15 кг весит данный лот. Бирки нет, к сожалению. Размер небольшой, современная, зауженная модель. Так, тут размер 34 указан, соответствует 40-му российскому размеру. Также в хорошем состоянии. Хорошие джинсы и джеггинсы. 40-й размер указан европейский, получается 46-й российский размер. Тут размер маленький, наверное, 40-й, скорее всего, в российской будет. Тоже в отличном состоянии. Следующий 12-й, то есть получается где-то 46-й, это бриджи 46-го российского размера. Верамода, бирку срезали с размером, но размер примерно 40-й российский. В отличном состоянии, кстати, на высокий рост, джинсы сами по себе длинные. Марка Next, 12-й указано, получается 46-й, если не ошибаюсь. Российский наш размер 46-й, соответствует 52-му российскому размеру, большие джинсы. Тут размер, сейчас найдем, 28-34. И последние джинсы из этого мешка, марки Tailwheel, размер S, маленький указан. И на этом все.